всем привет! Вот мы приехали в Угоде, а тут такой вот снег. Это же просто офигенно. Если честно, мы отъехали от города. В городе снега нету. Километров 10 от города тоже нету снега. Но вот приехали туда, где решили поохотиться. И тут прям чудо какое-то. И уже не терпится походить, посмотреть следочки. Потому что последние два года мы что-то охотимся. Все, снег очень редкая. Роскошь. В шлюпной куртке. Ну вот снег уже тут, видать, несколько ночей лежит. Вот следочки везде присутствуют. То есть зайчик есть. Остается только его найти. Лишь по кукурузному полю побегали хорошо, но возможно вот там на горке будет. А все эти вот низинки есть затоплены, там вообще полностью вода. Зайчик ублок. Вон, смотри, следы. Ага. И вон дырка. Там зайчик. Это тоже видишь, пытается. Куда он уходит, интересно, туда. Где он бежит? Я зря, ну тут ситник такой большой. Вот здесь вот, с этой стороны. Зря надо было по канаве идти. По канаве много и такие завалы. Может, в этих завалах где? Может и лежать по краю. Потому что на поле не видно, чтобы где-то лёжка была или что. Наконец-то собаки наши сработали, подняли, скорее всего, зайца. Много набегано. Но вот не пошел на нас. Выкрутил, по ветру пошел. Куда-то. Ну что, будем ходить дальше, может еще что-то поднимем. Смотри. Это чьи, лоси или козьи? Козьи. Козьи? Точно козьи. А где лежал? Вот тут? Вот его следочки. Он могла стрелять. Где-то он... Где-то тут он лежал. Никакие. Ну, подняли зайца, и то хорошо. Увидели. Два, считай, подняли. Одного точно. Выкрутил, потом туда пошел. Где зайц? Ну, пошли хоть подойдем, так, чуть-чуть пройдем, посмотрим, есть следы или нет. Ну, давай, подкрути его. Ну, давай. Я по этой тогда стороне, а ты по этой.
Потом, если что, перейдешь. Лоси, 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 привет. Еле, еле туда ходил. Пошел. Второй день, утро. Приехали мы, в принципе, в ту же сторону, потому что здесь снежок, походить. Вчера как бы не получилось зайца взять. Ну, два вроде подняли, одного видели, что стопудово заяц, второй, скорее всего, тоже. Сейчас начнем с небольшого. Учила уже побежала, там бегает. Небольшой тут сад такой, старый, заброшенный. Сейчас пройдемся, посмотрим заодно следы. Тут есть заяц, нет? Если следы есть, попытаемся поднять. А, сегодня мы только втроем, я, Оля и Чива. Так, куда делась собака? Неужто в нору залезла? Иди сюда! Вот зараза, а? Ну, по-быстрому вышло. Ну, я думаю, что это был енот. Она вроде не сильно покоцанная. О! Лиса. А вон она пошла с кровью, раненая. Не, ну лисица крепко зараненная. Я думаю, что, скорее всего, она где-то дошла. Ну вот, тут где-то с километра вот. Мы сейчас спрыгнули в машину, переехали. Она сюда, в этот молодничок, загнала. Ну уже не буду я ходить искать эту лисицу. Я думаю, что, скорее всего, она дошла. Ну вот так вот, можно сказать. Наказали обидчика Чивинова. Сейчас будем все-таки поедем, все-таки поищем зайца. Лиса — это, конечно, хорошо, что хищника отстреляли, но мы ищем зайца. Встретили охотников двоих, тоже с собакой. Говорят, тоже ходят, следа много, а зайца поднять не могут. Все, Чива, иди сюда. Я почему-то, если честно, я почему-то подумал, что енот. Я думал, ну, один раз она сидела, Чива, в норе с енотом. И он так рычал, как на нее. Я просто видел, что на глаза, что енот. И тут так, такое, типа, рыка слышно было. И мне показалось, что енот. Хотя енот обычно такие места не выбирает. Хотя кто его знает. Я уже с такой уверенностью думаю, что лиса не выйдет с норы. Забираю собаку, начинаю говорить на камеру и смотрю, лиса побежала. Она буквально вышла, ну, секунд 30 прошло, как собака вышла. Сразу за собакой. Сильно тут.
всего, что зайца подняло, потому что в лес угнало. Я думал, может, кот. Ну вот, там, где мы вчера ходили, было намного больше следа. В принципе, мы вчера что и подняли два зайца. А тут, ну, порядком меньше зайца. И вот, ну, чего подняло одного, скорее всего. А так не удается увидеть на выстрел. Как бы следы есть в некоторых местах, но... Ну, мало, очень мало. Поэтому пока результат такой, какой есть. Уже, в принципе, ближе к вечеру, сейчас туда-сюда и будем собираться, и получается, что два дня, и пока что нулевой результат. Что ты дрожишь? Грек, ноги дрожат. Вот, скажи, чего, побегали бы вы голые по снегу? Ты чего, еще даже минуса нет. Вот такие два дня охоты. Зайца видели, лису видели, коз видели, всех видели. По лесе даже стреляли. Скорее всего, что добыли. Ну, надеюсь, было интересное видео, хоть и без трофеев. Охота-то, в принципе, интересная была. По снегу хорошо походили. Очень мы его ждали, этого снега. И было очень приятно ходить, да, Чива? Чива свое дело сделала она. Как говорится, Чива нору везде найдет. Ну, все, поедем домой. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. Это чего у тебя в животе бурчит или у меня? У тебя не бурчит, ты, блин, съела тут.